29 июля, лето, жара. Сегодня обещали 33 градуса, но на Беломорской улице продолжается строительство одноименной станции метро Беломорская. Здесь вы видите сепараторные, с них сняли защитное ограждение. Виден кран, трубы, бытовой городок. Вот вдали виднеется перекресток Беломорской улицы и Ленинградского шоссе. И дальше канал имени Москвы, через который, ну, в отдаленной перспективе планируют перекинуть мост как продолжение Беломорской улицы. И видите, грузовой порт, там песок в больших количествах. Но возможно, что в ближайшее время, чуть правее, там появится жилой микрорайон.